Всем привет! Сегодня у нас третий урок. Сегодня мы подводим итоги нашего залива. Я расскажу, как это все у нас происходило, и дальше мы будем уже переходить к масштабированию. Всем привет, с вами Васип. Сейчас мы с вами наглядно смотрим дашборд статистики Traffic Light. Мы с вами приступили к работе 24 числа, что наглядно показывает. Мы оставили два теста на двух разных лендингах, проверили, как они у нас работают, все нормально было. 24 числа мы протестили лендинги, отправили две заявки тестовых, которые видны у нас в статистике. И они у нас, естественно, не опрофнулись, потому что это были тесты. Для того, чтобы проверить, как у нас работает лендинг, и все ли правильно мы настроили. 25 числа мы уже приступили к работе, начали тестировать первый лендинг с нашим первым креативом. И увидели слишком дорогую стоимость лида. То есть у нас упало всего две заявки, стоимость лида у нас была в районе $12.5. На следующий день мы остановили. 25 числа мы зашли в оба аккаунта. Мы увидели, что они прошли модерацию. На одном из аккаунтов у нас он скушал $8 и не дал ни одного лида. На втором аккаунте он съел сначала $12 и дал 2 лида. Мы думали, он оптимизируется. Но оптимизация не произошла. Он еще съел $12 и не дал ни одного лида. После чего у нас было принято решение отключить оба аккаунта и начать работу в третьем кабинете. Дальше мы с Иваном остановили все рекламные кабинеты и решили залиться с третьего кабинета. Так мы создали новое видео на новый лендинг. Оставили тестовую заявку 27 числа. 28 числа у нас прошло модерацию, и лендинг и креатив у нас зацепились и законвертили. Первый день пролива он нам дал 44 валидных заявки. Второй день пролива на 29 число он нам дал 43 валидных заявки. На третий день, 30 числа, мы остановили все рекламные кампании. За 3 дня пролива мы получили 99 валидных лидов, из которых у нас подтвердилось 5. Общая сумма затрат на 99 лидов составила у нас $50. Средняя стоимость заявки у нас выходила 50 центов. За 2 успешных дня мы заработали 6561 рубль. За 3 дня пролива с 28 по 30 число мы отлили 99 дейли. Общее количество мы потратили на них $50. И заработали $100. Наш профит составил чистыми $50. То есть наш ROI с валидных заказов без тестов составил 100%. С учетом расходников и всего остального нужно уже будет пересчитывать по-другому. А для того, чтобы заработать больше денег, мы с Иваном в дальнейшем масштабируемся. И, естественно, наша прибыль уже будет увеличиваться. Мы получили заявку по 51 центу, получили 100 заявок и потратили на это $51. На втором аккаунте мы потратили $25, получили 2 лида, и один лид стоил нам почти $13. На втором аккаунте мы потратили $9, получили 0 лидов. Но тут вообще ничего не происходило, поэтому мы от него тоже сразу отказались. В общей сложности на все мы потратили $85, а заработали 100. Итого прибыль у нас получилась с первого залива $15. Дальше у Ивана будет задача масштабироваться. Взять тот креатив, который законвертил, и тот лендинг, разместить в 3 его рабочих аккаунта и уже увеличивать прибыль. Далее, если у него появится еще аккаунт, ему нужно будет взять новые 3 лендинга, уникализировать креатив, который у нас зашел. Можно уникализировать и наложить шумов, либо сделать дополнительные видеокадры и распространить в новые кабинеты. Дальше я буду самостоятельно масштабироваться, и то, что у нас получится, мы расскажем 16 декабря. До встречи. До встречи, ребят.